Жума куны қайырлы олсын, сәтлерде 15.30 эфирде заман. Бүгін құрама жығалынан 869-жы куны кетмекте. Студияда сілеріні мен Шевкет Аматулаев, селем лайым. Ең азындан 80 инсан иляк олды, онларнен ағыр алды қастаханеде бұлына. Олар арасында бір украин иляк олды, екісі яраланды. Франкистаны Ницца шеерінің ялысында ки, ялысында Юкарабасы инсанларыны басты. Шу вақыт ялыда франкистанлар Бастилия алып қонны қайд ете еділер. Инсанларының сайысы пек чоқ еді, олар салют олмасыны бекле еділер. Юкарабасы инсанларыны басмақ ечін ялы бойындан бір қач керек ечкен. Франкистан акиметі бұ вақияны теракт деп адландырды. Акимет мемлекетте илан етелген февкуляде вазиетіні да учайға девам еттірді. Дүмен башында отырған 31 яшлы ерлі сакинны полиция хадимлері атып өлдірген. Это несомненный, абсолютно ужасающий террористический акт. И, разумеется, мы будем делать все возможное в нашей борьбе против террористической угрозы. Водитель был застрелен, и мы выясняем сейчас, были ли у него сообщники. Мы устанавливаем его личность и выясняем, какие связи могли быть у этого человека. Этот удар был нанесен по Франции в день ее государственного праздника, ставшего символом свободы. Это сделали фанатики, которые отрицают все права человека, и мы выражаем свою солидарность с близкими жертв. И сделаем все, чтобы помочь раненым. СБУ Девлет Хайнлигінде қабатланған Крымның сабық депутатындан пара талап еткен екі прокурорны яқалады. Мақсус операцияны баш прокуратура СБУ-нен берабірлікте кечірген. Қабатланған Василий Ганыштан прокурорлар қабат мадесіні деңіштірмек үшін 45 000 доллар талап еткенлер. Яқаланған прокурорларына яқын вақытта апске ала білелер. Служба безпеки взаимодействия с прокуратурой затримали двух прокурорів, які вимагали гроші у підозрюваному державній зраді кримського екс-депутата Василя Ганиша. Нам вдалося задокументувати те, що вони просили екс-депутата 45 тисяч доларів за зміну таке обвинувачення на менш тяжку. З обом працівникам прокуратури РК Крим оголошено про підозру у скоєнні злочину. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Один прокурор в Києві, інший в Бахмуті. Ми намагаємось не називати прізвище, тому що це слідчі дії. Там виключення становить, якщо це суспільно там зачущі особи. Путин Крымда да бір референдум кечіре білі. Буақта сиясетшіна Тарас Березовец Крым реалі эфирінде білдірді. Оның сөздеріне көре, яқын вақытта қайта референдум кечірілмесінен оғыраша жақ, теші біз группасы пейда ола білі. Бұне бірабер Русия президенті қалқара жематчылығының дестегіні де алмаға істей. Не исключая того, на самом деле, что появится, может, даже какая-то инициативная группа, которая начнет там заниматься вопросом проведения повторного референдума. Но, опять же, мы понимаем, что Путин будет проводить такой референдум только тогда, когда он заручится хотя бы какой-то минимальной поддержкой стороны, будь то международных организаций, либо каких-то стран, для того, чтобы показать, что вот мы открыты, и мы хотим еще раз повторить, что в 2014 году все было по закону. Кечесі полиция қиярының тарихи бульварына тижарет нұқталарындан бошатты. Полиция қадимлері Ижғалжи әкеметінен берабірлікте өз ішіні бежірмек үшін кечесі келді. Мейданы әвелден қоралағанлар. Олар малынен тұрған тижарет нұқталарына бозып, арабаларға юклемеге тұрыштылар. Сайфлері білдіргеніне көре, нұқталарына алмақ үшін ешбір қарар ек екен. Бұна бақмадан сабаға же ешбір нұқта ерінде қалмады. Сайфлері есе қаршылық көстеріп оламадылар. Правительство проиграло, потому что оно не может найти диалога. Оно ничего не сделало для людей. Оно ничего не сделало за два года здесь для граждан Севастополя. Не создало ни рабочих мест, ничего. А все, что может оно, только забрать. Отобрать не вне судебном, вне законным порядком. Что и требовалось доказать. Вот у вас сильные ребята какие, браво! Классные пацаны! Это последнее рабочее место! Это вот просто идет беспредел. Они могут вывозить самостоятельно только те палатки, хозяин которых не установлен. Они все установлены. Так у нас решение суда, еще обеспечительные меры. Обеспечительные меры у людей. У них уже в судах давно все дела. Это...
павильон, в котором продавалось исключительно ручное творчество. Мамы города Севастополя, многодетные мамы, которые не сидят на шее у государства, пытаются заработать какую-то копейку честным трудом, пишут картины, шьют куклы, очень красивые работы предоставляют нам на реализацию. И я уверена, что там убытки, скажем так, не надо разлить на 10 тысяч, да. Украин блогеры Храмдаки Путинан тарафдарлары устенден куле. Ярослав Матюшин онлайн.ua сайтындаки блогта Храмдаки рус тарафдарларынан митинглеры тарқатылғаны оларынан итеразыларына корып, осты суратларына сеслендірді. Чем хотелось бы обратиться к крымчанам, особенно к тем упоротым, которые регулярно выходят на митинги там, в Севастополе, в Алуште, я видел, и на этих митингах обращаются к Владимиру Путину предприниматели, рассказывают, как им как они разоряются, как им не на что жить, как их тут утесняют. Вот сейчас анонсировали, будут сносить 20 тысяч гостиниц по всему Крыму. Это ваши камушки с неба. Так вот, и они искренне обращаются к Владимиру Путину, потому что реально, ну, люди ж не хотят себе признать, да, что они так четко вообще. Никто ж не хочет выглядеть дураком в собственных глазах. Поэтому они такую делают легкую логическую перверзию у себя в голове, да, что, дескать, вот тут вокруг местные бояре, вот они плохие, нас утыскают, а там вот Путин, который нас присоединил, великий солнцесяйный, ну, он и к нему просто не доносит. Я всегда с наслаждением смотрю эти стоны, они это как-то мне как бальзам на душу идут. Как ты білдейш, ғалжа кемиеті дискоклубнен көреше, онын ишіні тоқтатымақ ве, чевречетте олған құрылышларына йоқ өтмек мақсадынен иш ғалжа кемиет емсілжілері полиция, самоборона ве казақларнен бера-берлікте келді. Кираджен Вер Абибулаев білдіргенне көре, иш ғалжылер кечкен сене чықаралған қарарыны көстергенлер оңа көре, бұ қарар енді бежерілген. Абибулаев тежерет ноқтасыны тек бұ сене кералап, абаданлаштыру фишлеріні кечірген. Бұна бақмадан ишгалджилер құрылышыны бозмаға башладылар. Да, совершенно верно, незаконно. Почему? Потому что прошлогоднее они пользуются постановлением прошлого года. На основании постановления прошлого года объект был снесен. Я, новый предприниматель в этом месте, я построил этот объект с нуля. И у меня есть основания работы. Я так понимаю, я ознакомился с документами. В прошлом году они ссылались на то, что это не рекреация, не целевое использование земельного участка. Но у меня есть с кадастра выписка о том, что на рекреационной земле я могу вставить нестационарный торговый объект. Фиатлар шашырта, қызмет кейфиеті есе пек алчақ. Ярмадаға ил кере Русиеден ратланмаға келгенлерінің эксереті курорт мевсімінен мемнун дегелер. Білдіргенлеріне көре ярмада туристлеріні қаршыламақ үшін азыр дегел. Оларыны назаретіне көре қырымда фиатлар Москва ве Питерге баққанда баяғы юксектір. Нет лавочек для стариков, вообще нет лавочек для стариков. Цены, конечно, заоблачные. По сравнению особенно с нашими. Просто люди не будут ездить. Вот мы сейчас приедем в Сибирь и скажем, цены обалденные, и никто не поедет. Понравился Севастополь. Впечатляет, очень впечатляет. Ялта понравилась. Феодосия очень не понравилась. Алупка. У меня такое впечатление, что у города нет хозяина. Заброшенный город. В принципе, все понравилось в Крыму. Отдыхал я в Штормовом. Единственное, что не понравилось, это вода. Вода очень грязная. Именно водопроводная вода, не очищенная, не отфильтрованная. Вот мы отравились после этого. И вот уезжаем на неделю раньше домой. Такси у вас дорого. Торги, услуги, да. Сравните с Москвой, с Питером. Почти цены одинаковые, услуги высокие. Я не знаю, сколько у вас люди получают деньги, зарплаты. Я считаю, что, во-первых, надо еще расширить инфраструктуру. Допустим, у вас нету прямый рейс из Пекина, допустим, или Шанхай, то Крыма. Обязательно надо через Москву. Алуштада шарапнен юг арабасы дебірілді. 20 тонналы маз масандыра шыркетінің мақсулатыны Ялта тарафындан кетіреді. Алуштада есе арабанын чана системасы іштен чыққан сон айдавжы, оны 10 тарафқа бұрып арабаны тоқтатмаға істеген. Нетижеде юг арабасы дебірілді. Не айдавжы, не де дегер арабалар қазаға оғрамады. Тек шарап шишелері сынып, ел бойы ақты. Бұ мақсулатыны Қытайға юламаға азырланайдылер.
уже профессиональный оператор. Да-да, Люш, привет. Привет, Люш. Осы сонки хабермыз эде жума күнөйпиңиз үчүн кайрылы ишлеринен белгиленсин эпетеки яйымларымызны качырманыз. Биз эле улунас, урушмек узре.